Прошу тебя! Они же хлеба! Давай на место. Двигайтесь. Погоди. Я снова стал собой. Спасибо тебе. Не время радоваться. Надо всех пересчитать. Почти все здесь. Спасибо тебе, беловолосый. Йонтека благодарите. Он мне очень помог. Это ведь Йонтек принес ключ. Знал, подлюка, что золото проклято. Потому и не захотел с нами пойти. Так это... не я. Это Игорь. Игорь хотел. Не отвертишься, пройдоха! Взять его! Спасите! Кто первый поднимет на Йонтека руку, тот ее и потеряет. Тихо, тихо, мышь просто... Этот страшило нас живо порубит. Пойдем-ка отсюда. Ух, спасибо. Да, лучше тебе в деревню не возвращаться. Найди себе какое-нибудь другое место. Ну... ладно.
Плотва. Не торопись. Отдохни. Thank you.
Здесь пригодится глаз Нихалены. Bye.
силы. Отсюда изливается магия.
Ну давай! Отдохни.
У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда! Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка, бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так говорил. А есть тут еще кто-нибудь, кроме вас? Это кто? Кто-нибудь, кто мог видеть эту девушку? Шестиглазое дерево? Дерево весь год спит. Может, ты Вася? Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Ты болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях. Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы, и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот, видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Броняться и броняться. Ничего больше. Сплошная брань. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети! Что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: «Погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю». Что это за слово? А ну, живо в хату, живо в хату. Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда, уходи.